В Анапе, чтобы заняться джипингом, не надо далеко ехать. Предприимчивые владельцы внедорожников проводят экскурсии в окрестностях Анапы, например, по горным дорогам Субсехского сельского округа. Грязный автомобиль – это далеко не все претензии у сотрудников ГИБДД к водителю. Суммарный люфт в рулевом управлении превышает следующие значения. Легковые автомобили, созданные на их базе грузовые автомобили и автобусы – 10 градусов. У вас сколько было? 13,75. Превышает? Прокачка автомобиля приводит порой к изменению его технических характеристик, что в некоторых случаях недопустимо, так как может угрожать безопасности пассажиров и самого водителя. Основные нарушения – это превышение суммарного люфта, переоборудование, нестандартные колеса, вот как вы видите на этом автомобиле, отсутствие ремней безопасности. Невзирая на то, что вступил в силу технический регламент, в котором говорится о том, что даже если транспортное средство не было оборудовано заводом-изготовителем ремнем безопасности, владельцы транспортных средств данной категории обязаны сделать переоборудование путем установки на данное транспортное средство ремней безопасности. На нарушителей составили протоколы, им придется уплатить штрафы. Номера на свои транспортные средства они получат обратно после того, как приведут машины в соответствие с требованиями правил ГИБДД.